Создание единой информационной системы обеспечения градостроительной деятельности региона сегодня обсудили на заседании Комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства областной думы. По планам ресурс будет содержать свод документов о развитии той или иной территории, застройках, земельных участках и так далее. Как пояснил начальник профильного управления Александр Филатов, все новации воплотятся в жизнь в ближайшие 2 года. И для перемен необходимо подготовить законодательную базу. Мы свою работу ведем всегда в законодательном русле, и поэтому это самое законодательное русло мы тоже стараемся держать в актуальной редакции и в соответствии с федеральными требованиями.